самые те или иные олимпиады, начиная с того, что произносят соответствующие клятвы там от спортсменов, от судей. А раньше то есть это посвящение Богу было. Вот, соответственно, сделали это возлияние, после этого проходила вся программа мероприятий. Значит, программа мероприятий была, естественно, связана с практически боевыми состязаниями патриархальными, поэтому это борьба,